Официальная версия гласит, 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане затонул британский лайнер «Титаник». На его борту находились 2224 пассажира и члены экипажа, из которых спаслись всего 711 человек. Но о том, что «Титаник» на самом деле – не затонул в ночь на 15 апреля 1912 года, а спокойно продолжал перевозить пассажиров еще почти 20 лет, знают немногие. Как не затонул, воскликнут многие, ведь про гибель лайнера в Атлантике написано сотня книг, снято десяток фильмов, и остались родственники выживших в той ужасной катастрофе, которые много могут рассказать о тех событиях 1912 года. 12 -го года. Все верно. Катастрофа в Атлантике действительно была, но в ней погиб не Титаник, а его старший брат-лайнер-близнец Олимпик, спущенный на воду годом ранее. Вот редкая фотография, когда два лайнера-близнеца стоят рядом в одном порту. Тут и начинается настоящая детективная история, достойная Конандолия или Агаты Кристи. Важным моментом, на который немногие обратили внимание, когда выдвигали версии о гибели «Титаника», является факт страхования лайнера перед самым выходом его в свой первый и последний рейс. Хотя это весьма интересно. Судите сами. Согласно данным бюллетеня страховой компании Ллойда, лайнер «Титаника» целиком, если утонет, был застрахован на фантастическую для того времени сумму в 2 миллиона фунтов стерлингов. Или примерно 10 миллионов долларов по курсу 1912 года. Что составляет примерно 260 миллионов долларов в ценах сегодняшнего дня. Страховая компания согласилась застраховать абсолютно новый Титаник на такую огромную сумму перед его выходом лишь потому, что все были уверены, что лайнер... Абсолютно непотопляемый. Его просто невозможно было потопить. Кстати, и это очень важно, старший брат-близнец Олимпик тоже был застрахован, только на сумму в два раза меньшую, то есть на 1 миллион фунтов стерлингов или примерно 5 миллионов долларов по курсу 1912 года что не покрывало всех затрат в случае гибели судна. Но повторю, в гибель ни Титаника, ни Олимпика никто не верил, так как оба судна по проекту считались непотопляемыми. А теперь о главном. Зачем срочно полностью страховать судно от гибели перед его выходом в первый рейс, если оно считается абсолютно непотопляемым? Ведь достаточно было застраховать корпус от повреждений, застраховать двигатели или дорогое имущество лайнера от порчи. Владельцы «Титаника» рекламируют лайнер как непотопляемый, но срочно страхуют его по полной и, главным образом, от гибели. Абсурдная ситуация, не правда ли? Да, абсурдная ситуация, если владелец лайнера заранее не планировал получить выгоду от наступления страхового случая. А какое судно было выгодно пустить ко дну? Олимпик или Титаник? Если они братья-близнецы, как два брата из ларца, одинаково с лица. Правильно, тот, у которого больше страховые выплаты. Напомню, страховые выплаты у Титаника в два раза больше, чем у его старшего брата-близнеца Олимпика. Арифметика простая. К тому же напомню, Олимпик уже по сути БУ, как говорят в автомобильном бизнесе, и битый и крашеный, со множеством технических проблем и конструктивных недоработок, одна из которых вскрылась лишь в конце 20 века. В 1991 году группа ученых, которую возглавлял канадский исследователь Стив Бласко, подняла с места гибели Титаника – Небольшой кусок обшивки корпуса диаметром 25 см. Этот кусок проверили на прочность и излом в специальной лаборатории. Обычный кусок металла для обшивки судна при ударе просто сгибался, а кусок обшивки с Титаника разлетелся на мелкие куски, как стекло. И дело не в том, что кусок металла пролежал так долго под водой и подвергся коррозии а в том, что сталь для корпуса изначально была хрупкой, с большим содержанием серы. Специалисты заявили, что по составу такую сталь было нельзя использовать для обшивки Титаника. Это хорошо знали и в то время. Вероятно, этот факт и вскрылся во время ремонта Олимпика после аварии, когда в борту лайнера вместо обычной вмятины образовалась огромная рваная дыра. Напомню, 20 сентября 1911 года судно «Олимпик» в проливе Ла-Манш столкнулось с крейсером Королевского флота «Хоук». Последующее судебное разбирательство между Адмиралтейством Великобритании и компанией «Уайт Старлайн», которой и принадлежал «Олимпик», закончилось признанием последней виновной в столкновении. Страховая компания Ллойда оплатила ремонт военного крейсера, но отказалась оплачивать ремонт Олимпика, так как суд признал Ланер виновником происшествия. Ланер Олимпик после повреждений был вынужден находиться на длительном ремонте. Ремонт стоил больших денег, которых у собственников компании White Start Line уже не было. Компания строила лайнеры-близнецы в кредит и собиралась вернуть деньги на перевозках. Но Олимпик на многие месяцы оказался на якоре в ремонтном доке и приносил только огромные убытки для компании. А новый «Титаник», на котором уже учли все недостатки «Олимпика», еще только собирался проходить испытания и тоже не приносил дохода. Кстати, сталь для обшивки Титаника и Олимпика доставлялась с разных заводов, поэтому, вероятно, Олимпику просто не повезло. Руководители компании знали о хрупкости обшивки Олимпика и понимали, что далее судно эксплуатировать просто невозможно. Брюс Исмей, директор судоходной компании Уайтстартлайн, которая входила в судоходную империю Джона Моргана. В 1911 году заявил, что по мнению специалистов дешевле продать Олимпик на металлолом, нежели продолжать ремонт и модернизацию лайнера. Однако американский банкир и финансист Джон Морган не собирался выкидывать деньги на ветер. Зачем списывать судно и нести астрономические убытки, если можно неплохо заработать на этом? Но как? Морган решает потопить Олимпик и получить страховые выплаты по полной, которые с лихвой покрыли бы все затраты. План Моргана был прост. Он состоял в подмене лайнеров-близнецов Олимпика на Титаник. После ремонта обшивки и мелких косметических доработок, потрепанный Олимпик должен был заменить готовящийся к спуску на воду новый Титаник. И под видом нового и застрахованного на огромную сумму Титаника Олимпик должен был затонуть в каком-нибудь далеком уголке Атлантики. А настоящий новый и модернизированный непотопляемый Титаник под названием уже Олимпик продолжал бы совершать трансатлантические рейсы и приносить компании базнословную прибыль. Подмена эта произошла Белфасте, на верфи, где строились оба гигантских судна и куда Олимпик пришел для ремонта пробоины корпуса. Подмена судов не составляла большого труда. Эти лайнеры изначально строились по одному проекту и были похожи как братья-близнецы. А косметический ремонт палубы и некоторых внутренних помещений Олимпика делали его точной копией Титаника. Кстати, по внутреннему богатству главных залов и кают «Олимпик» ничем не отличался от «Титаника». Конечно, чтобы такая операция с гибелью судна была совершена в Атлантике, в ее сценарий должны были вовлечены главные члены команды «Лже-Титаника». Есть версия, что как минимум капитан «Лже-Титаника» Эдвард Джон Смит был в сговоре с руководством компании – без него такую операцию было бы трудно провернуть. И вот почему. В июне 1911 года лайнер «Олимпик» под управлением капитана Смита при маневрах в Нью-Йоркском порту протаранил и повредил портовый буксир. Буксир буквально затянуло под «Олимпик». Руководство Нью-Йоркского порта выставило огромный счет британской судоходной компании White Старт Line которая повесила все издержки на капитана Смита. В сентябре того же года возвращавшийся из Америки Олимпик столкнулся с британским крейсером Хоук. Компанию Уайт Стартлайн признали виновной, поэтому ей отказали в страховке за ремонт судна. Компания опять выставила огромный счет капитану Смиту. Для капитана Смита это были неподъемные деньги, и его семье грозила долговая яма и нищета. Все ждали отставки капитана и его позорное изгнание. Но тут случается невообразимое: компания Уайт Старт отзывает иск к Смиту и назначает его на Титаник. Совпадение, не думаю. Вероятно, с капитаном договорились о том, что он пускает на дно под видом Титаника несчастливый Олимпик, а в ответ компания отзовет иск и выплатит еще приличное вознаграждение за тайную операцию в Атлантике его семье, если капитан не вернется живым. На сговор капитана с компанией указывает и тот факт, что перед самым выходом в море Смит собрал у смотрящих все бинокли и запер их в сейфе, а матросам приказал наблюдать за морем просто глазами. Ну не странно ли поведение капитана в таком опасном походе? После катастрофы семья капитана Смита уже ни в чем не нуждалась. Их дочь Хелен Смит вела весьма беспечную и богатую жизнь, покупала дорогие спортивные автомобили. И даже приобрела самолет, на котором и летала. А самолет по тем временам стоил целое состояние. Откуда огромные деньги у семьи капитана, которой грозила долговая яма? Вопрос так и остался без ответа. И еще один интересный момент, который доказывает, что на дне Атлантического океана покоится не Титаник. На Олимпике бортовая надпись с названием судна писалась краской, а на Титанике огромные металлические буквы прилеплялись к борту на клепках. Но во время многочисленных погружений и исследований затонувшего Титаника никаких металлических букв или дырок от заклепок так и не было обнаружено. Борт был абсолютно чистым, только покрытый ржавчиной. Значит, затонул все-таки Олимпик, а не Титаник. Многие спросят, а как быть с деталью судна с бортовым номером 401, поднятого со дна, который якобы доказывает, что это именно Титаник? К сожалению, это ничего не доказывает. Эта деталь была съемной и крепилась на палубе. А при подмене Олимпика на Титаник многие именные таблички и узнаваемые детали с «Титаника» просто перенесли на «Олимпик», чтобы никто не заметил подмены. Поэтому некая деталь с номером 411 «Титаника» могла и впрямь оказаться на «Олимпике». Все просто. Кстати, после гибели «Титаника» по суду страховая компания Ллойда выплатила страховку 10 миллионов долларов. Об этом писали многие газеты того времени. В 1935 году Олимпик тихо прибыл в Шотландию для разделки, а месяцем позже в Лондоне состоялся аукцион, на котором в течение 10 дней распродавалось имущество якобы с Олимпика. До сих пор детали изысканной отделки лайнера можно увидеть в интерьерах многих английских отелей и ресторанов, чьи посетители даже и не догадываются, что это отделка настоящего Титаника.